Сотрудники электростанций и теплосетевых предприятий займутся бизнес-планированием на своих участках. Самарский регион выбран в качестве пилотного. Проект должен повысить экономическую эффективность работы станций и сетей, их надежность и культуру производства. Бизнес-планированием займутся рядовые сотрудники, ведь кто лучше них знает их участок работы. На каждом из предприятий самарского филиала Т+ создадут проектные группы. Им предстоит разрабатывать долгосрочные бюджеты, которые позволят изменить самарскую энергетику, сделать ее более конкурентоспособной и клиентоориентированной. Они станут тем локомотивом и той передовой силой, которая запустит на станциях и в сетях процесс культурного изменения, изменения подхода к своим объектам. Ну, то есть действительно мы хотим, чтобы люди стали хозяевами этих объектов. Участники проекта прошли серьезный отбор. Впереди обучение, но первые задания теплоэнергетики получили уже сегодня. Взглянуть на работу под другим углом готовится инженер Новокуйбышевской ТЭЦ Василий Калмыков. Допустим, в тех же в сфере закупок очень много путей, то есть очень много посредников, и очень тяжело процесс проходит. Вот. Так что вот первая, наверное, задача будет все-таки оптимизировать, возможно, сам этот процесс, уйти от большой цепочки, которая заставляет больше затрачивать, и, соответственно, уйти от потерь, которые могут возникать вот на этом этапе. Займутся группы и оптимизацией главных тепловых узлов региона. Командная работа поможет повысить экономическую эффективность и надежность работы станций и сетей и культуру производства. Тогда система может быть максимально эффективной, когда на каждой из сторон применены лучшие технические, технологические и, в конечном счете, экономические решения. И эффективность переходит, в конечном счете, в качество и надежность теплоснабжения для потребителей. Опыт Самары в случае успеха намерены распространить и в других регионах Т+. Алена Алешина, Александр Дудко, Новости губернии.